А с 2016 года... Уважаемые близкие и родные, всегда в таких обстоятельствах я представляю Минский комитет государственной безопасности. Хотел бы сказать, что сегодня вот такой солнечный день, и вместе с тем события у нас далеко не радостны. Мы провожаем нашего товарища, сына, брата, нашего боевого друга Дмитрия. Мы знаем весь его жизненный путь. Он всегда стремился быть лучшим, всегда стремился быть на передовой. Прошел службу в различных подразделениях Комитета государственной безопасности, мог работать на более спокойных участках, но выбрал судьбу непростую, судьбу боевого подразделения «Альфа». В тот день, когда это случилось, он сменился с дежурства и тоже мог не ехать на это мероприятие. Вместе с тем, со своими боевыми товарищами, убыл и зашел в эту квартиру. Фактически, он своим сердцем, большим сердцем, своей спиной прикрыл своих боевых товарищей, которые находились за его спиной. Он был всегда таким любящим мужем, заботливым отцом. Мы знаем, что он фактически был опорой для семьи. Такая утрата, она невосполнима. Но мы понимаем, что для нас это такое непростое время. Мы не оправдаем надежды тех, которые пытались нас разобщить, которые пытались нас запугать, повлиять. Это событие еще больше сплотило нас. Мы все очень скорбим о Дмитрии. Мы всегда его будем помнить. Я думаю, что в том другом мире он будет наблюдать за нами, будет смотреть, как мы живем, как мы отстаиваем те идеалы, за которые он отдал жизнь, как мы живем по чести, по достоинству, как настоящие граждане нашей страны, как сотрудники Комитета государственной безопасности. Я выражаю нашим дорогим родителям, семье самые искренние соболезнования от всего коллектива. Пусть ему земля будет пухом.
Я делаю, что примите на все.